Сэм! Дедман. О, слава богу, ты на связи. Ты где? Без понятия. Вижу танки и солдат. Формы более чем столетней давности. Кажется, времен Второй мировой. Видел человека, который вел солдат? Нет. Кажется, это про него ты говорил. Тот вояк от и до, который охотился за ББ? Наверное, он наше спасение, да? Без понятия. У меня это только второй раз. Без ББ его будет тяжело найти. Тебе повезло. Твой ББ здесь в отличном состоянии и ждет тебя. Где мы встретимся? Ты не видишь рядом с собой ничего необычного? Я в канализации. Подожди. В дырку я вижу башню. Квадратную башню прямо надо мной. Понял. Я найду его и поищу вход в канализацию. Ты пока сиди тихо. С радостью. Ни на шаг не сдвинусь. Но если я не успею, может придется. Что? Этому сраному вояке был нужен вовсе не я, а ББ. Твою мать. Ясно. Если он кого ищет, так это тебя. О нет. Сэм, поторопись! Держи себя в руках. Я иду. И не подключай ББ, иначе он тебя в два счета найдет. Ох ты! Хотя ты и сам не стал бы, я думаю. Потому что я был до смерти напуган. Отключайся, быстро. Уже готово. Не дай ему забрать ББ. Как? Если он придет со своими солдатами, мне что делать? Драться? Если придется выбирать между ББ и собой, то... Нет, я прерываю связь. Сэм, тяжелая у меня жизнь. Ни жены, ни детей, ни друзей. Я стал искать утешение в обществе мертвецов. Со временем я сделал их частью себя. Они — это 70% меня. Но встреча с тобой открыла мне глаза. Ты особенный, Сэм. Сэм, подойди. Сэм. Лу. ББ должен теперь быть в порядке. Дай взгляну. О, да, вроде бы. А? Может, это особый берег? Для солдат, павших в бою. Может, нам лучше свалить отсюда? Да. Удивительно. Несмотря ни на что, ты не бросил ББ? Бросить ценное оборудование? Но нет. У вас остались воспоминания? Ясно. Оставайся здесь. Похоже, пора отвлечься на другое воспоминание. Я с ним разберусь, и тогда мы сможем выбраться. Знаешь, Сэм, я начинаю понимать, почему ты так дорожишь ББ. А? Это прибор. Он не может умереть или выжить. Но мы, тем не менее, друг к другу прикипели, правда? У ребенка есть имя. Лу. Лу, да? Хорошее имя.
Это я виноват. Зачем? Зачем я посадил тебя в эту тюрьму? Бебе. Как там дела у Лу? Не реагирует. Ты посмотри-ка. Я нравлюсь этому ребенку. Вы были без сознания, так что вас отправили сюда. Ты был прав. То, что ты сделал, вернуло нас обратно в наш мир. Я положил твои вещи в личный шкафчик. Ты целый день проспал, прямо как убитый. Я уже в столичном узле. С берегом Фреджайл все стало проще. Сэм, я должен извиниться. Лу — это имя, которое ты хотел дать своему ребенку, если бы тот выжил. Я мог бы и раньше догадаться. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я нашел записи десятилетней давности. Внезапная смерть посреди города. Женщина в самом рассвете сил. Все выяснилось слишком поздно. Выплеск. У ее мужа, который состоял в Бриджес, был Дум. Он хотел добраться до нее, но не успел. Весь город был стерт с лица земли. Остался только огромный кратер, и он, потому что он был возвращенец. Люди жаждали правды. Может, он нарочно спрятал тело жены? Выживший был единственным подозреваемым. Свалить на него вину было легко. А потом они стали обвинять и Бриджес. Он корил себя за катастрофу и ушел. Его погибшую жену звали Люси. Она была беременна, бедняжка. Они хотели назвать своего сына Лу. Не было такого. Было. Я знаю от президента Стрэнд. Она все время про тебя говорила. Зачем же он все бросил и ушел от нас? Может, ты заткнешься? Спокойно, Сэм. Присядь.
Я уже говорил тебе, что мое тело на 70% состоит из частей трупов. Ты хочешь узнать настоящую причину? То, что ты слышал, это выдумки. А правда, я чудовище Франкенштейна. Я искусственный. Меня вырастили из стволовых клеток. Но не во всех моих органах была искра жизни, поэтому их пришлось заменить органами покойных. У меня нет дня рождения. Я бездушный кусок мяса, без ка. Мертвец. У нормально рожденных людей есть берега. У тебя есть, и у ББ. А я таких связей лишен. Ни матери, ни загробной жизни, ни берега. Теперь ты понимаешь, почему я этим так одержим? Зачем я в Бриджес? Поле боя было, конечно, ужасным берегом. Но я воспринял его спокойно, потому что знал, что ты меня найдешь. Я такого раньше не чувствовал. Связи с человеком, с любым. В самом деле, зря ты все бросил и ушел. На этот счет президент была права. А меня там ничто не держало. Мне там не были особенно рады. Да брось, даже мне нашлось место. А, это, ты держал его. Солдатский жетон, армия США. Ты в него вцепился мертвой хваткой. Клиффорд Унгер, как видишь. Я пробил имя по базе данных. Есть такой. Он служил в военном спецназе. Воевал в Косово, Ираке, Афганистане. Это он. Ну, пока это все, что я раскопал. Ты, наверное, весь перепачкался в хиралии. Сходи-ка ты в душ, а? А, на этот раз уже без меня. Насчет Дайхардмана можно не волноваться. Я позаботился, чтобы наши разговоры больше не записывались. Сэм, слышишь меня? Как ты мог догадаться, пока вы двое были на поле боя? Время у нас остановилось. Если я правильно понял, измерение, куда вы попали, своего рода берег. А, я поясню. Наши тела, наши ха, находятся все в одном мире. Но у души, нашей ка, у каждой свой берег. Он формируется у нас в голове, на основе наших убеждений, религии, философии и так далее. Поэтому берег может быть каким угодно. И берега складываются в мультивселенную. Но если много людей умирает одновременно, их берега могут спутаться, создав поле нитей. Этот феномен обостряется в периоды войн из-за общего чувства негодования и отчаяния. В таких условиях берега спутываются чаще. С такого берега исчезает выход, и начинается бесконечный цикл. Представь себе граммофон. Игла соскальзывает, и фрагмент проигрывается снова и снова. Они сражаются в бою, у которого нет начала и конца. Все идет по кругу. Ты побывал в Восточной Европе времен Второй мировой. Что странно, учитывая, что тот человек, Клиффорд Унгер, в этом конфликте не участвовал. Не могу это объяснить. Но если ты подключишь меня к хиральной сети, кто знает, что мы сможем выяснить. Что вам нужно? Охренеть.
Джон? Это ты? Капитан? Что вы здесь делаете? Здесь моя жена. Чтобы не было как в том году. Простите. Я не знал, что муж это вы. Поднимайтесь. Этого региона занята огромным смоляным поясом. За ним находится крайний узел, последний бастион цивилизации в этих краях. Последний город. Как только ты подключишь его с помощью Кьюпида, хиральная сеть покроет весь континент. Возрождение Америки так близко. И помни, именно там, в плену Амелия. Нам нужно вернуть ее домой. Прежде чем ты перейдешь в смоляной пояс, нужно завязать еще один узел. Хартман поможет тебе. Сэм, я хочу, чтобы ты принес мне кое-что. Во-первых, жетоны, что ты взял у того солдата. Положи их в карман, чтобы не потерялись. Во-вторых, труп мамы. На ее теле никаких признаков некроза. И лично мне бы очень хотелось узнать, почему. Если мы это выясним, то это, возможно, пригодится нам в борьбе с выходом смерти. Скажем так. Осталась одна минута. У меня мало времени. Ты готовься. Я буду ждать. Официальный заказ в терминале. Как сказал Хартман, он хочет, чтобы ты доставил тело мамы в его лабораторию. Это невероятно редкий случай, и он хочет провести тщательный осмотр. Надеюсь, это поможет нам лучше понять выход смерти. В общем, Ка и ее сестры дало согласие. Эта Га им больше не понадобится. Готово, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Жду подключения к Юпида. Доставьте труп в комплекс.